Довольно многое меняется. Вот буквально на днях самбо, российский вообще вид спорта, наш вид спорта, получил полноценное признание Международного олимпийского комитета и будет теперь уже претендовать на включение в олимпийскую программу. Очень на это надеемся, потому что здесь у нас великолепные традиции, здесь у нас есть свои герои, здесь у нас есть очень хорошие перспективы. Очень приятно, что такая возможность у нас теперь появилась.